Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «На четверых». Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую вам перейти именно к ней. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас. Ну а всем остальным приятного просмотра. Туда перекидывает флот. Так, ну это вот все, это у него еще стояло. Отлично. Ну, почему я не стал союзником? Фиг знает, с каких пор у них там эти стояли. Мой и убился, каравелла убилась об фрегат. Ну, где-то его арта. Чё-то не видно. Что там у него в городах? Тоже бомбер строится. Ну где тут караванчик бегал? Я бы хотел его разграбить. Вот теперь сожжем. Раненые юниты наносят больше урона. Это война надолго, да? Что? Походу, это война надолго. Не думаю. Почему? Ну, у меня больше производства. И вообще. Ну, посмотрим. Флот, мне кажется, я твой сейчас уничтожу. Да это так, разведка была. Это убитый флот. Я вообще про весь флот говорю. Ну, может быть. Thank you.
Не убил. Раз, два, три, четыре. Эх. Это я зря. Хотя он может не увидеть, а может и увидеть. Так, а что у него с туризмом? Ничего у него с туризмом. Отлично. Ну, так тут никого. Че, он тут полечился? Плохо. Так. Все-таки убил артой. Ладно. Сейчас надо будет отступать. Слушай, а ты Равенну этим ходом захватил, да? Я просто думаю, почему Рим в игре остался? Я что-то вроде... Нет, у меня, кстати, его нету. Я, кстати, что-то не помню, если честно, этим или нет. У меня за этот ход столько всего произошло, так что... Так, у него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот за эту линию надо отплывать, чтобы бомберы, ну, из Копенгагена не доставали. Так, в Каупанге еще два хода бомбер будет строиться. В общем, надо как-то Каупанг захватить. А это лучше всего делать... Блин, лучше всего это делать флотом. То есть, ну, просто уничтожить флот на подступах и... Фрегаты у него походили, как я понимаю. Боже, да что ж это? Тут где-то лагерь, что ли? О, я уже на алюминии прямо стою. Ну, отлично. Сюда, этот сюда, убил все-таки. Два, три, четыре. Эх, не разграблю, так что надо атаковать. Блин. Просто у него меньше возможности строить и морские, и наземные юниты, поэтому я... Ух ты, прям... Несколько у меня тут прокачек.
Ну, Панама не стала моей религией. Ух ты, сипахи. Прикольно. Вообще минус пошел. Суровый. Так что в техах я подальше буду. Тут у меня голосов побольше. Вот самолетами все-таки даст. А, из Каупанга достал. Ясно. Так, у него там два фрегата было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Должен доставать. Ученый. Да? Введем налог на армию. Моего соперника минус 88. А, 61. С налогом будет еще больше, я думаю. Так, теперь давайте. Нам юнит нужен какой-то для захвата. Все уже обработано. Давление на столицу датчанина посильнее, чем у другой религии. Блин, тут плыть. Плыть и плыть.
Правда, самолетом обстреливается. Всех убил. Злой человек. Так, вот, у меня -37, а у соперника -62. Чё-то немного. Так, порядок. Так, надо немножко денежков заработать. Армия у меня уже порядком. Ух ты. Айронклад. Да, надо в подлодке выходить, это я правильно делаю. Нифига себе, он поджигал ученых, что ли? Инфантри. Угу. Ну, мне, в общем, нужно тоже сжечь. Давайте и в подводные лодки. Мне еще прору надо, кстати, построить. Все-таки счастье. Блин, 14 ходов. У меня совершенно случайно инженера нигде нету. Так, пошли. Кейптаун обратим. В нашу веру. Не слышно, если что? Нет. Жаль. Да, ну инженеры вряд ли тут скоро будут. Он убирает.
Пускай захватывает. Так, этот бегал в Багдад, как я понимаю. Пока завяжем, куда у меня тут подороже можно отправить? Из Багдада в Кейптаун. Блин, в Кейптаун опасно, там что-то пираты эти тупорылые. Или уже все? Не, о, пожалуйста, пираты. Ладно, не хочу я в Кейптаун, в Момбасу из Назрани. Где это, мол? Нормально. Нормально. Нету против кого самолеты применять. А, подожди, так эти тоже должны долетать. О. Прокачаем. Так. Изделие у меня на производство. 2GIS – подробный справочник организации на 3D-карте города. Жители 273 городов в 8 странах мира ежедневно пользуются 2GIS. Телефоны, адреса, сайты компаний, часы работы, поиск проезда и схемы движения городского транспорта – все это внутри 2GIS. А мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях навигация и путешествия. Воспользуйтесь онлайн-версией прямо сейчас на сайте 2gis.ru или скачайте бесплатно для Android, iOS и Windows Phone. 2GIS, если быть точным. Ладно. Что надо подводные лодки? Подводные лодки зачистить эту акваторию и захватывать Каупанг с моря. А эти может подержать до открытия электроники и апнуть их. У меня, правда, денег не будет, у меня минус 55. Хотя я сейчас сток эксченж построю, может и будут деньги.
Так, тут надо поддерживать постоянно на нуле. Страшно. Так, вот денежки появляются. Блин, прору надо все-таки построить. Вопрос, где? Она как-то долго строится. 15 ходов. В Назране 15 ходов. В Спарте 26. Так, надо... Для начала все-таки этих подводных лодок. Утомительные ребята, конечно, эти варвары. Так, перекину в Коринф. Какой у тебя прирост культуры вход? Просто интересно. 200. Ах, охренеть. Вот за что люблю Воли, там всего много обычно. Так, ну вот у него минус. Науки у него должно быть меньше, чем у меня, по идее. Ну, типа, шоу в Counter-Strike играть. С горя. Да, он, наверное, там психует, расстреливает всех. Представляет, что это датчанин. Вот у меня еще один караван бегает, который осталось на деньги отправить. Монако. Ну, все... Ага, вот Братислава скоро перестанет и хочет дорогу. Кстати, мы можем ей это устроить. Видите, глюк почему-то висит Рим, хотя его на самом деле нету. Так, поплыли.
нефти у меня, конечно, завались. Отступаем потихонечку. Надеюсь, у меня все-таки будут деньги на ап. Но они там 200 с чем-то стоят. То есть серьезные деньги такие нужны. Но я, видите, везде строю stock exchanges. Думаю, мне это позволит денежку заработать. Кстати, я могу что-нибудь с Оксфордом взять. Может мне так сделать? Нет. Лучше в пластик идти. Побережем Оксфорд еще. Он хранит ученых. Нифига себе, он уже вышел в эти. В пластик. Ну правильно, а я в электронику иду. Надо ж его как-то с моря продлить. Блин, идти. У меня нету денег все равно на ап, правильно? Что пошли сразу в пластик. Когда у меня там ученый? О, следующим ходом походу. Нет, еще три хода. Я ведь смогу лабы все купить за веру, понимаете? Берем в кулак наш флот. Блин, счастье нужно. Thank you.
О. О. Тут у нас счастья стало много. Теперь можно порасти. Блин, столько всего происходит, не успеваешь. Тут, правда, не на реке стою, к сожалению. Да блин. Ну, нефти у него дофига, в принципе. Не думаю, что у него тут будут проблемы. Так, дорогу в Братиславу. Что он там попринимал, кстати, я вообще что-то не смотрю. А, он Exploration принял, чтобы было производство в городах. Хотя у него только два города на воде. Интересная трата.
Так, этот в Назрань бегал, блин, может отправить на производство в Назрань? Потому что строим все-таки подлодки. Так, лабу он еще не построил. У меня три хода открыть лабы. Да, своровать долго. Ладно, у меня будет ученый, я сожгу в лабы ученого и куплю их все за веру. Везде. Все-таки быстровато датчанин захватил Рим. Не очень. О. Я больше не друг Банзеко. А. Типа. Все быстро и рядом. Так, ученый. Два хода до пластиков. Да, он делся, интересно. Слушайте, а тут же проплыть ко мне можно. Во, прикол. Так, сад, чтобы быстрее появлялись великие люди. Что у него? Минус 87, а у меня плюс 68. Все путем. Можно вопрос? Не по игре немного. Ну, задай. Ты же журналист, да? Угу. А полезно будет, допустим, писателю журналистское образование иметь? Или это никак не играет? Ну, у меня нету журналистского образования. Ну, ладно, пусть хоть опыт или еще что-то такого вот.
Ну, конечно, так. Все равно какие-то курсы же ты проходил или читал, я не знаю. Ничего не И проходил, чем ничего сам не ты читал. занимался? Прям такие, прям вообще наобум. Не, ну что значит наобум? Ты пишешь то, что от тебя требует редактор. Если ты хорошо пишешь, их это устраивает. Если ты плохо пишешь, то я не знаю, как ты можешь курсы пройти там. Ну, конечно, стоит. Если ты хочешь быть журналистом и у тебя там что-то не получается, то, наверное, стоит пройти. Это вот одна из тех профессий, которые я вообще не понимаю, зачем тут высшее образование. Вот как звучит высшее образование журналиста? Блин, ну вот мне это реально непонятно. Я понимаю, там, культуролог, например, из гуманитарных наук имеется в виду. А вот чему учат 5 лет журналистов, мне непонятно. Спасибо. А то я просто думал, куда поступать На еще. здоровье. Да. Ты просто пишешь куда-то, понимаешь, и у тебя либо берут это, либо не берут. А потом еще начинают за это деньги платить, прикинь. То есть, как бы можно с копирайта, да, простого начать, например. Чего? С копирайта простого начать. Ну, этот, на заказ статьи, по сути, в интернете. Да начни там, не знаю, с блога своего, с чего хочешь. То есть, если будет какой-то отклик на это, и кто-то это будет читать. Просто сейчас, как бы, в наших еще странах журналистика немножко, как это сказать, ну, немножко такая. Ты либо пишешь, что Отсталая. от тебя государство требует, а что-то такого оригинального очень, очень сложно от себя что-то делать. Спасибо за ответы. На здоровье. Да блин. Так, вот тут вступает, начинается работа подлодки. Бывает. Еще так, мне надо сейчас лабы, собственно, купить везде.
Опять нечего красть у Дании. Так, ну. Очень мне нравится это дело. Ага, все. Пока закончилось. Окей. Не возражаю. Фух. Я уж думал, разграбит. Блин, тут самолеты. Дебильно. Интересно, а сколько защиты у моего вот этого вот пехотинца в крепости, если обстреливать? Чем обстреливать? Ну, самолетами. Ты же там самолеты. Ну, мне пишет 210. Нифига себе. Все-таки не зря вот эти очки. Ну, кто они там, паушилки. Не стреляет из-подо льда. Ну, блин. Все, самолеты меня сейчас не должны видеть. Так, а когда уже вспар... О! Отлично. София новый юнит дала. Какую-нибудь хрень очередную.
Ставлю тут уже рабочих на строительство железной дороги. Если мне на море спустить. Я ж на 4 клетки. Вот если вот тут отсюда я буду атаковать. Да, давайте попробуем. У него ж там сейчас юниты морские будут заняты мной. Триплан строит. Тут. Лабу. Да, сипахов дали. Ну, про 5, 6, 7, 8. Что до сюда, вот сюда корабли каким-то образом ставить. Ну чё, оно до конца что ли будет? О, Рим пропал. Походу рассинхрон будет. А нет. Отлично. Теперь. Раз, два, три. Вот сюда мне надо. Ну, блин, я сейчас могу сипахом следующим ходом город захватить. А для традиционника все-таки, когда город захватывают, это не очень. Наверное, зря я поставил. Он сейчас может... Хотя он не должен увидеть сипаха. Пускай он думает, что я этим кавалеристом пытаюсь захватить город.
все еще лабу строит. Захвачу Каупанг, здесь сразу апну, собственно, мои фрегаты, как раз открою электронику, будет все в тему, да. Видите, он решил, что я им захватываю, сейчас еще этого подставлю. Нет. Ну все, рассинхрон, вот зачем так в конце ходишь? Так, у меня ходит. Да, так что играем дальше. Ну что, отвлечется он на эту кавалерию? Интересно. Ну, норм. Да, блин, а теперь у меня тут не сидит шпион, вот в чем дело. Захватить город и быстро апнуть на территории в эти в линкоры. Так, я думаю, подлодок мне уже хватит. Надо тут дорогу провести точно. Так, может у Монако полечиться? Пока. Так, самолетов в Каупанге больше нет. Буду засвечивать его под лодкой. Кстати, и Орхус я могу засветить под лодкой.
Так. Пропускаем ход. Пропускаем ход, пропускаем ход. Плывем под лодкой быстрее. Все, ход закончен. Уже сразу пустил караван в Каупанг. Ремонт. О, подлодка. Убил. Жаль. Я тебя тоже убил. Так, этим ходом не берется. Вот так возьмется. Даже так. Но я этим ходом не возьму, но мне нравится, как он... Ай, блин, не долетает. Бомбером, как он юниты подставляет. В Каринфе куплена лаба. Сдаться желание еще не появилось? Пока нет. Это джунгли. Нифига я джунгли вырубаю. Ну, тут Монако куролесит. Так, Холмогорова пока придержим. Копенгаген, что ли, столько бомберов?
Так, апаем быстренько. Ну чё, клаузы ведь? Сдамся лучше. Ну да, тут как бы без вариантов. Я еще сейчас наследие Клаузевица принял. Так что... Ну, тем более. Это, кстати, он сколько все-таки? 50 ходов или 50. 33, например? У меня написано 50. Ну, спасибо за игру. И тебе там спасибо. Ты отписать, да, должен? Да. Итак, игра закончена. Давайте разберем, как же тут все было сыграно. Ну, во-первых, как бы я не хотел... Я надеюсь, я не обижу, точнее, этим своих соперников, но все-таки в этой игре, конечно, ребята послабее против меня играли, чем в предыдущей. Это явно. Во-вторых, тот случай, когда ФФА до четверых разбита на две дуэли. По-хорошему, тут не особо Дания и Рим могли как-то вмешаться в нашу войну с Грецией. Как, по-моему, следовало действовать греку? Все-таки, когда у тебя есть ранние юниты, хотя бы попытаться на них повоевать. То есть, просто пропустить гитайры и гоплиты, когда у тебя рядом есть все-таки соперник, я считаю, это неправильно. Тем более, что подходы к моим городам со стороны грека были проще, чем у меня к городам грека. То есть вот мне нападать на его столицу намного сложнее, чем ему бы на мои города. Потому что вот он перелазит эти холмы с лесами, и у меня там равнины начинаются. А у меня очень сложная атака, конечно, Афин была. Более того, я вряд ли бы захватил Афины, если бы датчанин мне не давал лошади в определенный момент. Я так понимаю, что со стороны датчанина он хотел, чтобы мы как можно дольше воевали. В принципе, это логично, потому что они все играли в традицию, и грек как раз был традиционником. И получалось, чем дольше я воюю с греком, тем, собственно, дольше я его задерживаю. Но видите, тут дело в том, что волевику-то это более-менее нормально, потому что, имея свои 6 или, по-моему, 7 городов было, потом захватив грека, я... особо сильно и не отстал от соперников, очень быстро их догнал. И за счет покупки за веру научных зданий все это быстро отыгрывается. Потому что в любом случае, как бы вы ни играли, 3 или 4 традиционных города в итоге все равно проиграют 7 или 8 городам волевика. Чем больше городов в этой игре, тем лучше, в любом случае. Естественно, когда эти города не поздно поставлены, но в моем случае я поставил их вовремя, плюс я захватил хорошие города грека, плюс у меня была отличная религия, которая мне давала и культуру, и счастье, плюс места были неплохие, так что я воспользовался предоставленной мне возможностью и через традицию, а потом через войну всех и завоевал. Как я бы действовал на месте моих соперников? Ну, по поводу грека я сказал. В принципе, грек, он неплохо развивался-то. У него по-хорошему более-менее все было. Это просто у меня два фактора сыграли свою роль. То, что у меня верблюды, и то, что мне датчанин дал еще лошадей. Так у меня всего 4 лошади было. И в итоге, конечно, верблюды суровый юнит, он очень долго позволяет продавливать соперника, и видите, он и против аркебузиров, и пушек нормально работал. Я успел до более сильных юнитов все-таки захватить
столицу афинянина. Еще раз повторю, я считаю, что греку надо было на меня нападать как минимум на гитарах и гоплитах. Может быть, он меня бы не захватил, но то, что у меня бы развитие было бы не такое классное, и я очень сомневаюсь, что я смог бы тогда его взять на верблюдах, это точно. Так что никогда не пропускайте свои уникальные юниты. Только если уж там совсем некуда пройти, а так тут надо было их использовать, греку. Ну и я не знаю по поводу объединения Рима и датчанина против меня. Я, честно говоря, не вижу в этой ситуации, как бы им это помогло. Ну, возможно, они захватили бы пару моих прибрежных городов. Но после того, как я взял грека, меня это уже не особо волновало, потому что развитие у меня было бы уже классно. И дальше я бы вышел и в самолеты, и армию у них захватил. Так что им, по-хорошему, надо было друг друга как можно раньше захватывать. То есть, либо датчанину пораньше Рим захватывать, хотя бы на своих этих берсерках, либо Риму захватывать датчанин. Но я там, судя по территории, как раз Риму было сложнее, так что я бы на месте датчанина берсерками напал. Потому что в ФФА на четверых, если кто-то один захватывает другого, он получает довольно существенное преимущество в развитии. Если долго его не трогать при этом, то догнать его будет уже очень сложно. Вот что вы видели в конце этой игры. Ну а на этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.